Друзья, приветствую вас на своем канале. Перед вами монета 20 евроцентов 2008 года, Мальта. Монеты Мальты 20 евроцентов введены в обращение в 2008 году. Выпускаются на Парижском монетном дворе. Выполнены по дизайну Noel Gallet Basson. На аверсе монеты номиналом 20 евроцентов изображен герб Мальты. Слева имеется надпись «Мальта», справа – год чеканки монеты. По окружности расположены 12 звезд Европейского Союза. История мальтийского герба неразрывно связана с долгое время находившимся на острове Мальтийским орденом. На гербе Мальтийского ордена изображался белый восьмиконечный крест на красном щите. После того, как в 1799 году остров перешел во владение Великобритании, на гербе острова появился бело-красный щит, окруженный венком и увенчанный британской короной. С 1943 на гербе было размещено изображение Георгиевского креста, высшего гражданского британского ордена. Эту награду жители острова получили за героизм при защите острова от немецких и итальянских захватчиков во время Второй мировой войны. Мальта в то время была главной военной морской базой Англии. После провозглашения в 1964 году независимости Мальты, у ордена на гербе появилась красная кайма, чтобы выделить его на белом поле. Еще этот щит увенчал рыцарский шлем с короной в форме крепостной башни. Его поддерживали два дельфина с оливковой и пальмовой ветвями. Подставкой служил силуэт скалистого острова с изображением Мальтийского креста, омываемого морскими волнами, а внизу помещался латинский девиз «Мужество и стойкость». Однако в 1975 году пришедшие к власти лейбористы, ориентировавшие страну на третий мир, приняли совершенно новый герб. Этот герб просуществовал всего 13 лет. В 1987 году к власти вновь пришла националистическая партия с ее прозападноевропейской ориентацией. И уже 28 октября 1988 года был вернут старый герб в новом исполнении, без щита держателей, шлема, подставки. Крепостная корона напоминает об исторической роли Мальты, как морской крепости, а окружающий щит, оливковая и пальмовая ветви, считается символом мира и напоминает о местной растительности. На ленте на мальтийском языке помещено название государства – Республика Мальта. Итак, перейдем к монете. Номинал – 20 евроцентов. Дата выпуска – 1 января 2008 года. Вид чекана – регулярный выпуск. Материал – латунь. Гурт – гладкий с вмятинами. Форма – испанский цветок. Круг – с семью вмятинами. Отношение аверс-реверс – медальное. 0 градусов. Вес – 5,74 граммов. Диаметр 22,25 мм. Толщина 2,14 мм. Тираж данной монеты 40 миллионов штук. Я купил данную монету за 50 рублей. А на этом я закончу обзор. Если вам понравился, оцените его, пожалуйста, лайком. Спасибо, друзья, вам за просмотр.